Всем привет! Сегодня мы поговорим о чае Кимун Маофэн. Кимун появился в 1875 году. Растет Кимун Маофэн на холмах высотой 800-1200 метров над уровнем моря. В год собирают 4 урожая. Для изготовления кимуна берут почку и 3 листочка. Особенностью производства является то, что листья режут на кусочки величиной 5-8 мм, что обычно не делают с высокосортным китайским чаем. Зато в Европе любят чай, приготовленный таким способом, потому что он заваривается быстрее и крепче. Кофеина в нем меньше, чем в индийском чае, а вкус более изысканный и объемный. На родине и в Европе кимун используется в основном в купажах. Сорта чая, производившиеся в СССР, являются его потомками. Китайское название этого чая – цимэнь хунча, красный чай из цимэня. Название кимун появилось вследствие неправильного прочтения транслитерации. Если вы предпочитаете крепкий чай с плотным настоем рубинового цвета, кимун маофэн для вас. Такой чай поможет быстро согреться и восстановить силы. Вас поразит глубина его вкуса, в котором и фруктовая сладость, и терпкость сосновой смолы, и чуть уловимый винный оттенок. Всего доброго, друзья, и хорошего чая!